Не, всегда. А я тут сижу, наслаждаюсь. Не надо было с пингвином брать. Можно я откушу один ломтик и запью водичку? Так мой. Ребят, ну вы слышали? Закрутим. Дай мне, пожалуйста, я водичку хлебну и ломтик чуть-чуть. А тебе я потом отдам. Чужое мое. Ну, пожалуйста. Ладно, ребята, давай им дадим. Бери. Один кусочек. Сама бери, откуси, я пока глотну. Так, это твой или мой? Это твой. Давай. На, сначала. Все, я откуси и мне дай. Потому что какая-то еда должна быть. Бери на меня. Мы сестры, так что... На самом деле, чуть-чуть вкусно. Ну, в принципе, хорошо, я уже наелась. И прошло у нас... Нифига! Короче, ребята, прятки Олен дом, там всего лишь 4 серии. И посмотреть челлендж с Русланой, с Аленой и со мной, и Лоной. Ну. Потому что, как всегда, ко мне кто-то приходит в гости, Алена звонит и говорит, можно к тебе? Или давай ты ко мне. А у меня в этот момент гости. Или я ей сама звоню. Ну, сегодня я удивилась, она мне не позвонила. Представляете? Не позвонила. Как так может быть? Это прямо как вы. Без кровати. Вам же тоже неудобно спать на полу. А если вы на полу спите... Возвращаю. Если вы на полу спите, спасибо, то я ничего не говорю. Валь, давай тогда я тебе тоже сюрприз сделаю. Давай. Закрой глаза и уши. Так, ребят, давайте ей дадим вот это. И можешь сказать. Пальчик, где она съела? А возвращение нельзя вещь. Ладно, верни, если хочешь. Ты тебе водичку вернула, а там... Тебе же он не нравится. Короче, ребята, нам вообще полностью скучно. Айпад... Ой, точно, айпад забыл. А давайте встретим тебя в следующей серии, пожалуйста. Я все равно выключу и заново включу. Говори, что ты хочешь. На ухо мне. Пойдем. Скажем? На видео скажем? Угу. Она хочет свою маленькую кисть. А притом она лежит вон там. Вы понимаете? Ну, я против правил не пойду. Мы будем лежать и срать фигня. Эти игрушки вообще брать в сзади Варе нельзя. Мы сидим уже 3 минуты. Я отключусь на 4-3. На 4 секунды. На 4 минуты и 3 секунды. Ну, вообще заняться просто нечем. Почему это был iPad? Варь, тебе скучно? Ребят, напишите, если вам тоже скучно смотреть. О, давайте анекдоты поразговариваем. Давайте что-то будем рассказывать. Давай я первая. Тебе репост рассказывать, окей? Сейчас. Короче, ребята, давайте я первая. Я сдаю репост. Заключенный ел только сухой хлеб. Короче, заключенный ел сухой хлеб и суп. Откуда кость? В супе была кость от мяса, что ли? Нет. Если вы знаете, поставьте лайк, если он очень не поставлен. Хорошо. Колокольчик тогда есть. Так, теперь я. Нет, так ты не ответила. Ну, может, очень горячий был суп, и он сожрал ему что-нибудь. Нет, он полностью жив-здоров. Сдаешься? Да. Ребята, если вы сдаете, то... Ну, если вы подумали, все, отключите. И подумайте. Итак. Ой. Новая серия.